Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! Актер из бригады Виталий Ольшанский умер в 52 года. Актер Виталий Ольшанский умер в 52-летнем возрасте. Об этом сообщил в пятницу, 5 февраля, телеканал РЕН-ТВ. Он скончался в своей квартире на улице Веерная в Москве в ночь на 5 февраля. Причина смерти выясняется. Как уточняет газета РУ, вечером к актеру пришла его знакомая, однако дверь никто не открыл. После вскрытия двери Ольшанского нашли на диване без сознания. Знакомая актера отметила, что у Ольшанского были проблемы с давлением, но накануне он не жаловался на самочувствие. Врачи скорой помощи зафиксировали смерть артиста. Виталий Ольшанский родился 20 октября 1968 года. Актер окончил режиссерский факультет ВТУ имени Щукина. Снимался в известных российскому зрителю фильмах и сериалах «Бригада», «Кухня», «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы», «Доярка» и «Хацапетовки». Вызов судьбе. Он также был режиссером сериала «Молодежка». В начале февраля Союз кинематографистов РФ сообщил о смерти актера, каскадера и сценариста Виктора Павлюченкова. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр!